лекции в Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит, и если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки... Принес еще электролитов. О-о-о! С новым цитрусовым вкусом! Спасибо, Шон. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Ты далеко от дома, Эйвор. Очередной спутник. Черт, хорошая техника. Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты, то есть мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего, отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Как ты? Лучше. Но я боюсь снова попасть под два потока данных. Не могу обнадежить. Сама не понимаю, как так вышло. Будто два разума делят один мозг. Боль, как от заряда дроби в голову. Поток данных из ДНК этого викинга очень плотный. В нем много помех. Может, это жезл создает помехи? В смысле? Головные боли, срывы. Все началось с появлением жезла. Ты ведь не пытаешься оправдаться за смерть подруги? Боже, нет. Что ты? Прости, ты не переживай. И если почувствуешь, что теряешь контроль, скажи нам. Я держусь. Стараюсь. Привет, Лейла. Шон, что скажешь об этой могиле? Ну, она опровергает давнее представление о том, когда европейцы впервые прибыли в Америку. А так, это просто кучка грязных костей, разве нет? Не расскажешь об этой штуке, что у меня на шее? А, стабилизатор настроения. И? Он ведь безопасен? Нет, все нормально, просто хочу узнать, что нет побочных эффектов. Не должно быть. Он блокирует только внешние раздражители. То есть, ну, не влияет на тебя. Шон, знаешь, в том году я ничего не могла сделать. Я пыталась сопротивляться. Понимаю. Прошлая команда... Ну, по крайней мере, мы такое видели. Но если хочешь работать с нами,
и понять, почему мир второй раз за 8 лет на пороге конца света, носи эту штуку, пока не разрешат снять. Приказ Уильяма. Знаю. Не проблема. Всего пару недель, пока не поймем, что к чему. Хорошо. Да, ты прав. Шон не терял времени. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать. Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил. Я умер. А теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка. Ярость бури. Найдите меня. И спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты. Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. Ты видишь? Да, странно. Какая-то аномалия. Все прочее в симуляции застыло. Вижу рядом свободный пакет данных. Попробую выудить. Давай, но осторожней. Мы не знаем, что это. Мать, отец, священный голос. Я говорила с ними. Они заверили меня, что успех обеспечен. Наш народ переживет катаклизм. Шесть раз они пытались спасти нас. Ни разу не удалось. Прости мои сомнения. Мать попытается в седьмой раз. Ее замысел опасен, но она уверена в нем. А что говорит отец и голос? Они стали слишком молчаливы. Вижу. Зашифровано, но ничего сложного. Есть. Приготовься. Нашла еще одну аномалию. Мы их так называем? И еще один пакет данных. Брать его? Если он такой же, как прошлый, то брать, конечно. Проснись, любимый. За дверью войны. Им нужен ты. Мы оба. Так тому и быть. Я их не боюсь. Выплесну свой гнев им в лицо. Они не станут тебя слушать. Я обращусь к совету. И расскажу, что сделал ярость бури. Они уже здесь. Сейчас не время. Эй, вы двое тоже слышите эти голоса? О чем ты? С нашей стороны все тихо. Вот черт. Я возле второго пакета. Готова? Готова. Данные у меня. Отправляю. Thank you.
новый сигнал мерцает. Снова аномалия? Да, значит, связь пропадает, когда я их нахожу? Да, к сожалению. Обычно на несколько минут. Черт. Постарайся не отвалиться. Тебе надо это послушать. Впусти в себя поток. Отдайся ему. Что? Но это опасно. Вдруг не получится. Без сыворотки. Это все, что мы можем. Ты не попросишь ярость бури. Может, он даст сыворотку? Для меня? Он не внемлет просьбам. Я скорее соглашусь узреть гибель мира, чем стану на колени перед яростным. Эй, Бека, Лейла здесь. Я ее вижу. Мелькает на твоем мониторе. Лейла, привет. Бека возится с сервером. Ищет для тебя решение. Ну и как? Пока ничего, но она показала мне, как расшифровывать данные. Ты подбираешь пакет, я нажимаю кнопку. Данные у меня. Вот они. Четвертое. Тебе нужно услышать эти записи. Два голоса. Определенно Ису. Одна из них похожа на Алитея. Та, что в жезле? Да. Но вряд ли это происходит сейчас. Слишком откровенно. Случайные фрагменты. Продолжаю. Ярость бури отправился в дальние странствия. Ищет способ вернуть своего сына в жизни. Спрашивает каждый лист и камень. Можно этим воспользоваться. Украсть седьмой способ, сыворотку и катализатор. Так и сделаем. Пусть заплатит за все наши муки. Мы мыслим одинаково, как созвучные струны. Мы отправимся, когда придет время. Я тут просматриваю твои видео. Это золотая жила. Ты же понимаешь? Да, похоже. Я еще не видел такой четкой видеозаписи воспоминаний эпохи Ису. Вопрос лишь в том, кто их тебе передает. Данные у меня. Вот они. Вот опять. Привет, это Шон. Ребекка пытается найти какой-нибудь след. Надеется выяснить источник этих данных. Это не ДНК Эйвор, да? Вряд ли. И это не случайность. Кто-то хотел, чтобы ты это увидела. Что случилось? Ты весь дрожишь. Око за око. Сын за сына. Если наш должен страдать до конца своих дней... Пусть страдает и его мучитель. Что? Что ты сделал? Бедный мальчик упал так внезапно. Помело сразило его наповал. Как же горько рыдал над ним его отец. Как безрассудно. Тебя видели? Тебя узнали? Бека, как успехи? Пока никак. Тот, кто влез на наш сервер, проделал все с хирургической точностью. Загрузил данные и вышел прежде, чем кто-то успел заметить. Странно, так же Ребекка описывает нашу брачную ночь. Грубиянка, правда? Гастингс, отвали. Thank you.
дела? Вообще неплохо. Я уже свыклась с аномалиями. А призрачные двойники? Синдром двойной личности? Оксипитальный шок? Эй, прекрати меня пугать. Дай поработать, а? Нет. Хватит. Не двигайся. Ты ранена. Дай посмотрю. Нет. Не надо. Дай мне умереть. Здесь. В тишине. Нет. Тебе еще не время. Есть другой путь. Частица Эдема. Жезл, настроенный на этот способ. Попробуем. А вдруг я стану как муж той изгнанницы? Бьющееся сердце без разума. Но делай, что должен. Выбора нет. Хожу к следующему. Извини, что напугала. Просто анимус может быть опасен. Долго в нем находиться вредно для мозга. Знаю. Просто хочется уже закончить. Да, конечно. Выходи сразу, если сильно устанешь. Есть. Аномалия номер 7, если не ошибаюсь. Ага, осталось немного. Всего 10. 10. Ладно, я справлюсь. А анимус дает за это ачивки? Прости, что дает? Проехали. Любовь моя, ты здесь? Скажи, что ты жива. Я жива? Если это жизнь. Один разум без тела. Что ты чувствуешь? Я чувствую, что я есть. Ни больше и не меньше. Ни радости, ни боли, ни бега времени. И все же ты со мной, а я с тобой. Вместе мы это выдержим. Классно у тебя выходит, Лейла. Я инженер. Это элементарные загадки. Но нагрузки на тело и мозг — это нелегко. О, да. Никогда еще не плавала через уравнения по гидродинамике, чтобы решить их. Есть. Шон, эти фрагменты воспоминаний, что-нибудь из них складывается? Ничего внятного, это просто обрывки. И непонятно, как их собрать вместе. Черт. Думаю, все сложнее, чем кажется. Продолжай. Проклят ярость бури, одноглазый пес! Он забрал нашего сына и под лживым предлогом лишил его свободы. Как и грозил. Ты забрал его угрозы? Тебе следовало быть осторожней. Неужто никто нам не поможет? Это наш сын. Мы бессильны? А что мы скажем? И кому? Так все узнают о наших детях. Твоя жена узнает. Ты правда этого хочешь? Я должен что-то сделать. Что угодно. 8 есть. Еще 2. Да. Вот еще один калейдоскопический самоцвет бессмыслицы. Неплохо, Шон. Увлекся кеннингами? К твоему сведению, да. Спасибо, что заметил опастри данных. Ага, есть. Отправляю. Аномалия 9. Ты как там? Неприятные ощущения?
Немного устала, вот и все. А что, думаешь, дальше будет хуже? Просто перестраховываюсь. Анимус непредсказуем. Я буду осторожна. Слышал новости. Высший совет лишил мать ее титула за то, что она отдала седьмой способ нашему врагу. Седьмой способ? Он существует? Почему от нас скрыли? До меня дошли слухи. Похоже, вместилищем должен стать человек. Человек? Значит, перерождение? Одним из них? Да. Мы обретем больше, чем потеряем. На это стоит решиться. А вот и номер 9. И голоса никуда не делись. Странно. Мы опять ничего не слышим. Может, они исходят откуда-то еще? Ну, от тебя? Нет же. Как это, по-твоему, возможно? Я просто спросил. Данные у меня. Вот они. Последнее. Мы у цели. Внимательно слежу за тобой. Действуй очень аккуратно, ладно? Ладно. Заметишь что-нибудь странное, что угодно. Вытаскивай. Ясно. Любовь моя, пора. Катаклизм уже близок. Ярость бури собрал восьмерых приближенных в тайном зале. Помни наше вычисление и действуй аккуратно. Рассчитывай каждый свой маленький шаг. Я не забуду. Они въелись в мою память. Мне долго тебя ждать? Долго, милая. Ты будешь ждать в вечном настоящем, а я плыть по морю небытия. Если все получится, я тебя найду. На дальнем берегу судьбы мы будем вместе. Снова. Что новенького у вас? Ничего. Расшифровываю последний пакет. Вот так. Погоди-ка, фрагмент распаковывается сам. Тут несколько гигов данных. Думаю... Постой. Похоже, мы найдем больше, чем рассчитывали. Приготовься. Есть. Приготовься. Приступим. От древа мы уйдем.
особенности Локи. Это все. Вперед. К нашей смерти. Есть масса гипотез, и все довольно дикие. Сейчас сброшу на сервер. Шон, что это вообще было в том видео? Ису, переливание крови, катаклизм. И многое другое. Еще одна попытка Ису обмануть смерть. А поподробнее? Мы знаем, что одна из Ису внедрила ДНК своего мужа в человека, чтобы ее муж перерождался каждые несколько поколений. В видео нечто подобное. Другое применение того же метода. Это все, что я знаю. Спать я теперь стану хуже, это совершенно точно. Такое всегда непросто осмыслить, понимаешь? И с опытом не легче. Бека, ты смотрела видео из аномалии? Да, это нереально. Воспоминания Ису прямо из источника. Совсем не то, что невнятные кадры, полученные от мудрецов. Да, но чьи они? Кто источник? Если б я знала... Это не Эйвор, так что непонятно. А, привет. Шон, поискать для тебя что-нибудь в Англии 9 века? Постой, ты спрашиваешь, потому что я англичанин? Ну да, но ты ведь историк, английский историк, вот и решила, что... Верно решила. Ты всегда такой скрытный? Вообще-то нет. Я кинул тебе список того, чем надо заняться. Важный пункт — язык. Хорошо ли понимали друг друга викинги и саксы? Важный, да. У Эйвор проблем нет, но я обращу внимание. Да, и король Альфред. В Англии только его называли великим. Рассмотри хорошенько его лицо. Меня интересует сходство со статуей в Винчестере. Присмотрюсь, но только ради тебя. Есть минутка? Да, конечно. Что такое? Скажи, давно исчезла раса предтеч? Около 75 тысяч лет назад. Сложно назвать точные даты. Не могу сказать, было это во вторник или нет. И правда давно. Так почему они не оставят нас в покое? Трудно сказать. Думаю,
Чувство собственной важности и боязнь исчезнуть многих подтолкнули бы к отчаянным мерам. Они знали, что созданные ими люди переживут катастрофу. Поэтому придумали несколько способов перенести свои «я» в будущее, надеясь, что... ну, что мы однажды сможем их воскресить. А ты воскресил бы кого-нибудь? Ну, мы уже пытались. Не вышло. А, да. Когда закончим, напомни дать тебе доступ к файлам 2012-го. Хо-хо, на все посмотришь иначе. Эти голоса в аномалиях Анимуса. Алитею я узнала, но кто второй, не могу сказать. Ты хорошо знаешь Алитею? Она говорила со мной через жезл. И я проходила ее испытания. Только не знаю, насколько успешно. Но она молчит уже больше года. А в аномалиях она говорила с тобой? Нет. Было похоже, что я подслушиваю, и они не знают, что я там. Или им плевать. Я загрузила на сервер данные, что ты нашла. Потом послушаю внимательнее. Супер. В аномалиях определенно была Алитея. Но второй голос я не узнаю. Я послушала. Похоже, это разговоры времен эпохи Исо. Ну, ничего себе. Ты ведь видела симуляции той эпохи? Да, но насколько они соответствуют действительности? Технологии Исо, архитектура Греции... Все выглядело искусственно, будто часть замысла Алитеи. Посмотреть бы записи этих симуляций можешь достать? Вряд ли. Говорить со своей прежней командой мне не хочется. Ну да. Не беспокойся насчет электричества. Топлива для генератора нам хватит на 3 недели. Посмотрим. Бека, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, о чем и я? Дезмонд. Дезмонд? Не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде... не знаю, вроде сингулярности. Точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню. Я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился. Нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они с помощью каких-то спутников. Чепуха. Это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно.
И вот уже 8 лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура, излучение. Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет-нет, замедлить. Ведь он нас защищает. Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала, все, чему научилась, все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты. Или ты не пройдешь через первые врата? Да, конечно. Ладно. Я готова. Ладно, приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бекка. Спасибо, что помогаешь мне. Ты пользуешься им лучше всех, кого я знаю. Так уж и лучше всех. Ну, почти. Будь осторожна. И береги себя. Спасибо, Бекка. Готово. До Бостона путь не близкий. Запрыгивай. Шон, я здесь. Ты внутри? А, хорошо. Сигнал уже немного нестабилен. Еще нет, но надо мной сотня футов льда. Ладно. Как пройдешь дальше, связь может пропасть, так что не забудь, о чем мы говорили. Следи за датчиками, особенно за излучением. И помни про жезл. Ясно. До связи. Zawahoe nakwat, unzme borturwan di kwarde, ul solos fras hunakudide, unzum huraz rezdere haz, zohumsi. Я внутри. Я помню. Лифт еще работает. А, 75 тысяч лет. Век другой погоды не сделают. Температура растет. Да, по нашим прикидкам она должна подняться на 16 градусов. Откуда столько энергии? Наша догадка – тектоника. Движение земной коры и бурлящие лавы под ней. Мощный источник энергии. Вот бы людям такое. Я про энергию, не про частицы Эдема. Ну, когда все это закончится, можем замутить торта. Прикинь, маленький опыт, погонки, только мы втроем. Черт, я тебя не слышу, Шон. Что? Повтори еще раз. Тебя плохо слышно. Неважно. Поднимусь, позвоню. Посмотри, позвони, когда выйдешь ты. Куда-нибудь наверх. Ну ладно. Вот и ты. Трудишься сверхурочно? Упала, когда растаял лед? Так... Thank you.
вода. Растаявший лед. Не смотри вниз. Придет в голову закончить жизнь тут. Ну, если не знать, что это начало. Басим, спустя 1000 лет выглядишь ты не очень. Так же, как в Анимусе. Это Вальгалла Эйвор. Или ее симуляция. Так что я ищу? И узнаю ли это? Что-то не так. Что это? Это все вы? Вы нагружаете механизм до предела? Мы не умрем. И все плетем. Хозяину во благо. И кто ваш хозяин? Он здесь?
они мне льстят. Я лишь гость в их мире. Сплетение желаний и надежд. Басим, ты отправил послание. Привел нас к могиле Эйвор. Да. Вас оно обнадежило, правда? Но как? Ты здесь уже 1000 лет. Тебя заперла тут Эйвор. Это так. Но я здесь отнюдь не один. Не всегда. Мне помогает друг. И мы вместе сидим над расчетами. Вычислив место, где покоится Эйвор, я связался с вами. И привел сюда, поймав цифровой сетью, оплетающей землю. В наши дни так был объединен весь мир. Единый суперорганизм технологий. Жезл, что ты носишь, храмы, где ты была. Все это говорит об одном. Позволь показать тебе. Я подозреваю, что тут тебе можно все. Не так много, как кажется. Я привязан к этому телу самым неприятным образом. Но ты можешь замедлить машину. Ты знаешь, как она работает. Да. Мы сделаем это вместе, и грядет новая катастрофа. Корректировки в этом временном узле всегда ужасны. Попробуй. Тебе трудно верить. Думаю, ты сам знаешь. Можешь не верить. Но больше мне нечего предложить. Черт возьми. Ничего. Нет. Стереть. По новой. Ничего. Стереть все данные. По новой. Стоп. Стереть все. По новой. Лейла, здравствуй. Ты меня знаешь? Да, я изучил расчеты. Здесь, в сером. 8 лет назад шансы твоего появления были 15 триллионов, 55 миллионов, 3276 к одному. Годы шли. Шансы росли. Вчера они уравнялись. Рад наконец-то встретиться. Кто ты? И что это? Я тот, кто изучает расчеты. Варианты будущего для тебя и этого мира. Большую часть своей новой жизни я анализировал их, искал способ закончить то, что мы начали. Начало здесь. Ты замедляешь механизм и спасаешь мир. Дальше варианты будущего. Миллионы миллионов возможных путей. Но все они ведут к еще одной катастрофе. Узел разрушается, мир исчезает. Человечество перестает существовать. Я должен искать дальше. Должен найти решение. Должен что-то дать тебе. Этот узел
момент, когда я замедлила механизм? Да. Я начинаю свои расчеты из этой точки. В ней я уверен. Но это ограничивает. В смысле? Что если вернуться в 2012-й, когда Дезмонд спас мир? Дезмонд? Что если он не спасет мир? Что если он оставит его погибать? Посмотри на эти варианты. Изучи их. А, да. Интересная идея. Невероятно. Миллиарды и миллиарды новых вероятностей. Именно. Прошлое которого не было, но могло бы быть. Если бы Дезмонд позволил уничтожить мир, возможно, те, кто выжил, вынесли бы урок из этой катастрофы. И, возможно, в одной из временных линий они нашли бы способ сделать так, чтобы это не повторилось. Это гениально. Как ты пришла к этой идее? Если слишком долго сужать границы возможного, можно забыть о том, что есть еще и невозможное. Спасибо тебе, Лейла. Это только начало. Нам нужно проверить кучу данных. Ты остаешься? Да, пока не найдем что-нибудь полезное. Не хочу, чтобы это повторилось. У тебя мало времени, Лейла. Механизм отключен, но радиация останется на десятки лет. По моим подсчетам, у тебя есть 73 секунды, потом тебя не спасти. Я не боюсь. У меня жезл Эдема. Он исцелит и защитит. Нет. Нету. Что? Как? Ну, конечно. Ну, конечно. Черт. Ладно. Вместе мы найдем решение. Сколько бы это ни отняло. Если это значит, что мне не уйти, так тому и быть. Ради тех, кому я сделала больно. И тех, кого люблю. Да. Я тебя понимаю. Ну что, продолжим? 10 миллиардов вариантов — это долго. Да. Но это не будет в тягость. Преимущество этого места. Лишь мы. А Лейла? Наследница памяти сыграла свою роль. А теперь нас ждет новый мир. Шон, Бекка. Я... У меня был выбор. И я выбрала остаться. Вы захотите знать, где я. И существую ли вообще. Не знаю, что ответить. Но я не боюсь. И я не одна. У нас есть работа. На нее могут уйти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. К чему я это? Не надо меня искать. Слишком опасно и слишком поздно. Береги себя. Себя и мир, который у нас есть. И берегите. Видите, она в порядке. В каком-то смысле. В некотором роде? Господи, надо ее найти. Вы не слушали? Ее не нужно спасать. Херня. В любом случае, спасать там нечего.
после стольких лет. А виноват ты. Ты бросил ее там. Это немного слишком, правда? Я сам в том же положении. Нет, нет. Даже не сравнивай. Мы теперь ассасины? Не незримые? От арабского хашишия. Есть ли у нас наставник? Этот обычай сохранился? Да. Имя? Уильям Майлз. Уильям Майлз. Я хочу встретиться с ним. Приведите его сюда. Можно позвонить. Хоть сейчас. Линия безопасна. Без технологий. Лицом к лицу. Встреча умов. Пора бросить вызов этим тамплиерам, как вы их зовете. Я никуда не денусь, друзья. Ваш анимус в надежных руках. Ты знаешь о нем? Детка, мы изобрели такие вещи за много лет до вас. Я разберусь. Все могут выбрать место смерти. Победа была твоя. Не знаю, как так вышло. И все же я жив, а ты нет. И я могу взять все, что захочу. Твои воспоминания, твои навыки, твои тайны. Они все мои. И используй их по назначению. Найду своих детей и вновь соберу свою семью. Я тебе почти завидую. Какой здесь покой. Красиво. Не эмпатизм? Довольно скучно. Джон и Джуди сердечно приглашают вас на свадьбу. Состоится в ноябре в приходской церкви. Было бы любопытно. Инструменты, орудия пыток. Все сразу? О, как чудесно пахнет древесный дым. Хоть что-то неизменно. Хорошего дня. Пожалуйста, не забывайте выносить мусор и поливать цветы каждый день. Бедняга. Недавно и я так выглядел. Ты откопал. Держись, любимая. Нам открылся новый мир. Едва я освоюсь, нас ничто не сможет остановить.
этой штуки даже нет телепатического интерфейса. Неужели все только вручную и голосом? Вы же хотите знать, где я? И существую ли вообще? Не знаю, что ответить. Но я не боюсь. И я не одна. У нас есть работа. На нее могут идти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. К чему я это? Не надо меня искать. Слишком опасно и... слишком поздно. Берегите себя. Себя и мир, который у нас есть. И берегите...